Парень по имени Аарон живет на Бали, и недавно он заметил маленького бездомного щенка, который явно нуждался в помощи. Это оказалась девочка. У худощавой малышки была поврежденная обвисшая кожа, и она всем видом показывала, как рада видеть спасителя. Аарон решил помочь ей и отвез в ближайшую ветклинику. Там собачку осмотрели и назначили лечение от сильной чесотки, после чего парень забрал щенка к себе на передержку. Парень дал собачке кличку Тили и начал заботиться о ней. Ей каждый день приходилось делать лечебные ванночки, которые Тили сначала не любила, но позже поняла, что это идет ей на пользу. За несколько недель состояние ее кожи и шерсти улучшилось, и начала расти новая коричневая и гладкая шерстка. Тили все больше раскрывалась и радовалась каждому дню. Она была очень благодарна Аарону за спасение и заботу. Когда Тили восстановилась и подросла, Аарон нашел для нее постоянных хозяев. Добрую собачку забрала семья, которая всей душой ее полюбила. Сейчас Тили – счастливая и любимая собака, которая наслаждается жизнью. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.